Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Казалось бы, все хорошо в жизни, но начал налегать на синтетику, естественно, пришел к этому не сразу. Изначально были и другие вещи, но тут я начал замечать привыкание. Зная все риски и чем это заканчивается, решил написать сюда. Можно ли это проработать? Смотрите, многое зависит от того, на самом деле, как долго вы принимаете, то есть как долго у вас зависит. Вот, если небольшое количество времени, то легче, если длительно, то сложнее будет. Вот. Поэтому первый момент — это срок. А второе. Необходимо разделять. То есть химическая зависимость прорабатывается врачом-наркологом. Вот. И как бы, с химической зависимостью работает именно нарколог-врач. А с психической зависимостью работает, собственно говоря, психолог. Вот. Поэтому вам нужно обратиться сначала к наркологу, вот, для того, чтобы вам, помогли, именно вот снять, физическую зависимость, да? Вот. А потом вам нужно работать уже будет с зависимостью психологической от этого. И здесь стоит начать с того, что вы говорите, что у вас, казалось бы, вот, в жизни все хорошо, вот. Но, знаете, когда в жизни все хорошо, да, то человек не начинает, как вы сами сказали, использовать синтетику. Вот. Потому что у него все хорошо. Зачем ему это? Вот. А человеку и в голову не придет использовать это. Поэтому я думаю, что не так у вас все хорошо было в жизни вашей, раз вы стали использовать какие-то вещества. Вещества используются для того, чтобы избежать чего-то. Да? То есть вещества используются для того, чтобы снять напряжение какое-то. Вот. Ну, по-разному бывает, но в любом случае,
то, что вам нужно понять для себя, это то, что не все так хорошо было в вашей жизни. И очень важно увидеть момент, когда вы начали вот использовать препарат, да? Вот. В какой период своей жизни? И так можно будет прийти к проблеме, которая лежит в основе вашего состояния. Вот. Если сейчас у нас нет практически никакой информации у вас, если у нас сейчас нет практически никакой информации о том, как вы живете, да, вот, чем вы живете, что для вас важно, что для вас актуально, ценно. Вот. То после исследования и сбора информации нам станет это понятно. Вот. И я думаю, как раз, что с этого и начнется проработка. То есть поиск, значит, и проработка конфликтов. Вот. Ну, ваших внутренних конфликтов. Вот. Собственно, для чего вам понадобились вещества? Довольно часто возникает такая история, что человек требует от себя быть каким-то. То есть человек требует от себя соответствовать чему-то, да, вот, значит, соответствовать каким-то требованиям к самому себе, вот. И как результат, это отнимает очень много сил и энергии, ресурсов. Для компенсации которых, собственно, и используются вот различные вещества, различные препараты. Вот. Так что вот вашу дисгармонию, да, необходимо увидеть, необходимо, ну, как-то вот определить, да, сформулировать, вот, и если есть вот негативные
чувства, если есть травмированность, если есть ну, что-то, что вы так или иначе вот подавляли, да, то вот как раз это нужно будет корректировать. Вот, в процессе работы это будет все сделано. Как-то так, вы молодец, что решились на этот шаг, вы молодец, что решили обратиться за помощью, вот. И, повторюсь, начинать нужно с обращения к наркологу, вот, потому что, ну, вот, физически, чтобы вам облегчить ваше состояние, чтобы физически вам было полегче, и тогда уже работать с психологическими аспектами, потому что начинается все, конечно, именно вот с, ну, с психики, да, начинается все. Вот уже потом ну, замещается физиология, химия тела. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь. Всего вам самого доброго.